Привет всем, кто зашел ко мне, я вас всех обожаю. Вот решил тут сделать обжор. Обжорка очень народу, два вида. Сейчас я прочитаю название. Опа. Так. Так. Так, я камеру включу. 79, так. Белые... Он с белым майонезом, называется фьюжн. Так. Состав: курица, огурец, кунжут, белый майонез, короче, и это. И красная икра. Так. Красный называется курама. Состав: рис, креветка, тобико, красная, лосось. Это спайс соус. Сейчас будем оценивать. Так, будем сейчас оценивать. Вот, вот такие вот сооружения. Роллы. Не, ну прикольно, такое прилетел на улице. Природоведение. Там сзади, короче, мусорка. Офигеть вообще. Такие, короче, вот роллы. Сейчас я буду хавать. Так, ну вот такой взял. Пиво козел на запиваем. Ветер додует, капец. Ну тут соус, как всегда. Васаби. Там тут. Да тут неудобно. Палочки. Со соусы. Тут неудобно так. Вот. Соус. Соус я это. Как он открывается? Нормально я тут. Вот раз. Я попробую. Вкус нормально. Так. Сейчас мы откроем васаби. Так. Открываем васаби. Васаби. Этот соус. Все его нормально. Бля. Неудобно. Сейчас попробуем красный. Название там, я уже не помню. Да, так неудобно вообще. Ну, в принципе, пойдет. Вкус вообще офигенный. Пока. Блин. А я их неправильно ем? Подскажите, как их есть. Так. Ну как? Вкус, в принципе, нормально. Аба, никто не улетай. Так, имбирь. Сейчас будем имбирь хавать.
Ну, имбирь нормально. Такое. Офигенное. Имбирь. Блин, тут солома. Роллы получаются соломой. Блин, капец у меня. А где прикол? Утонуло, короче, все. Блин, капец просто. Да, вообще неудобно. Угу. Майонез. Так что, сейчас вот это. Макнуть. Пивасик. Козёл. Не на поиске. Да. Сейчас получается вот эти вот роллы будут. Блин, вот название не помню, я там напишу, короче. Название. Да. Тут только старовой. И с пылью. А? Не понял. Икра, ну это, летучая это. Обезьяны. Это мамка в окно. Да. Блин. Поваляешь, не поешь. С травой представляете. Бля. А. Уронил всего лишь одну половинку. Ну. Васаби. Имбирь. И соус. Да. Да, ветрища. Холодно. Так, соус. Хало. Здрасте. Ты что, фотографируешь, что ли? Да, как я ел, ем. Для Ютуба пойдет. И для Дзена. Пиво клевое.
Ну, погодка, видите, пасмурная. Ну, а потом, вы напишите, где это, мне еще что-то поесть, в каком месте и где. Ну, можете задонатить, если хотите. Собаки гулять бегают. Дальше она, короче, это как у Зусу. Зусу. Блин, мне голова вспотела. На пиво такси. Блин, а с шума надо будет это как у шумоизоляции тут нет. Ладненько, я уже замерз. Подписывайтесь, жмите классы, ставьте лайки. С вами, как всегда, буду я, Серега, всем пока. Давайте уточку.